Всем привет! Сегодня я вам расскажу, как забрать у кувачки яйца. Так как мы не собираемся сейчас цыплят разводить, а она села на яйца, надо их у нее забрать. Берем, значит, за хвост, вон она злая. Берем за хвост и вот так вот, таким движением убираем ее. И забираем яйца. Маленькие. Вот она еще будет просто сидеть. Потому что она думает, что она все еще на яйцах и защитила гнездо. Но яйца у меня. Пользуйтесь. Это со всеми курами, индюками проходит, с утками. Очень удобно и лайфхак. Лайфхак, лайфхак. Такая злая маленькая котечка. Петух большой очень. Размером с ладошку. Это куры породы Сирама. Всем пока.